Один мамочка. А всем привет. Один. Что будем делать сегодня? Подписывайтесь на канал. А делать что будем сегодня? Погладь. А что у тебя тут такое? Город, да? С дорогами. Ух ты, машинки сейчас будут по дорогам ездить, да? Ничего себе. Миша с Машей тут гуляют, да? Вот по парку Белочка гуляет. Вот с Машей, с Мишей. С Мишей, я Белочка. Ничего себе. Маша падает. То что Маша такая неустойчивая? Ты? А вот и... Положи ее, пусть лежит. Умоки. Ага, ничего себе. А это кто у нас еще на велосипеде тут катается по дорогам? Стоп! А вот где он... стоп? А надо кататься. А где можно кататься на велосипеде? Только... Вот знак, смотри какой знак. Велосипед нарисован, нажимай на кнопочку. Что нам расскажут? А включить забыли? Да. А где мамочка? Подержи. Так, где у нас тут кнопочка? Привет, дружок. Узнай, как правильно вести себя на дороге и различать дорожные знаки. Знак. Велосипедная дорожка. Вот, велосипедная дорожка. Любят взрослые и дети. Здесь можно ехать. Нет, тоже тут осыли. Езжу. А по краешку дороги можно, где велосипед нарисован? Вот велосипедная дорожка в парк идет, да? Да. Поехала она гулять в парк. В церковь она поехала, да? Давай, подъезжай. Приехала в церковь, да? Нужно остукаться. Остукаться нужно ей. Тук-тук-тук. Пустите меня. Пусть это я. Да. Да? Все, заходит. Зашла. Тетелков. Теперь скорая помощь у нас поедет, да? Да. Где у нас скорая помощь? О! Вот, скорая помощь. Где можно ездить в скорой помощи? По дорогам? Да. По дорогам можно ездить. О, светофор. Какой цвет горит? Красный. Нажимай на кнопочку. Светофор. Красный свет. Если красный свет горит... Значит, переход закрыт. Нельзя скорой помощи проехать. А на какой цвет можно ехать? Зеленый. Светофор. Зеленый свет. Свет зеленый приглашает. Всем идти. Поехали. Разрешает. Ой, тетя хочет перейти дорожку, да? Да. С пандой вместе. Переходите. Скорая помощь вам уступила дорожку. Можно проезжать. А это что за знак такой? Автобус. А, если здесь автобус останавливается. Этот знак тебе подскажет, в каком месте вот пешеход терпеливо транспорт ждет. А это что такое? Что это такое? Это овал. Пожарная машина. Нажимай на кнопочку. Вот огонь. Где? Вот. Ух ты. Какое? Нажимай. Пожарная машина. Пожарная машина. Скорее, все горит. Пожарная уже летит. Не страшно. Овал летит. Подушки его водой. Не водой, а туфли. Да, вот этот дядя куда у нас пошел? Больничку. В больничку пошел. Ты в беду не попадай. Вот больничка, на дороге, да? Не играй. На дороге играл, да? Машинка его сбила. Угу. Есть у нас машинка? Вот. Так, ехала и бух, дядю сбила, да? Приехала за дядей скорая помощь. Какая? Вот такая. Скорая помощь. Если внезапно случится беда, скорая помощь поможет всегда. Забрала дядю, уехала. Светофор, желтый свет. Желтый говорит народу, приготовьтесь к переходу. Готовьтесь к переходу. К переходу можно переходить, да? Переходи, панда. Перешла дорожку. А это кто у нас такой дядя? Регулировщик. Он овощи. Взмахивает ловко и тормозят в Ой, а это что такая за функция? Вот, игра есть какая-то. А давай-ка проверим твои знания.
Может, играть будем? Давай-ка проверим. Давай вот сюда нажмем, что скажет. Не попадай на дорогу. Вот Мишка у нас переходит. А где пешеходный переход? Мишка, ты что? Где зебра нарисована на дорожке? Где пешеходный переход? Вот знак пешеходный переход. А вот еще. Вот еще есть, да? Переходи, Мишка, дорогу. Посмотри налево, направо, чтобы машинок не было. Ой, машина. Машинка. Машинка остановилась, пропускает Мишку. Проходи. Что? Вот зебра, здесь Мишка должен переходить. Панда опять здесь пошла, да? Все, машинки можно проезжать. Куда панда пошел у нас? В больницу. В больницу пошел? Кто там? Простите, у меня больницу. А что случилось у панды? Машинка сбила. Машинка сбила? Да. Он неправильно переходил дорогу, наверное, да? До новых встреч. Давай, скорая его заберет. Да. Поехали, пойдем. Панда, в больничку. Все, скорая помощь привезла. Пока, Мишка, панда. Пока. Вылечат, приду с вами еще погулять. Хорошо. Маша дома. Маша дома сидит, да? Да. А чего гулять не пошла? Она ходила, а кого делает? Может, скорая ее тоже заберет? Да. Тоже к панде в больничку, да, поедем? Да. А белочка ходила. И белочка заболела, да. Маша аж упала. Так, ложитесь, садитесь. Сейчас все в больничку привезем. Вот у нас больничка, тут уже панда, да? Лечится. Все, приехали. Мишка, панда вылечился. Пошел гулять, да? Лечилась. Они теперь знают, наверное, где дорожку переходить, да? Знают. Пошел будет дома. Привет, дружок. А белочка как правильно вести себя пойдем на дороге и различать дорожные знаки. Все домой ушли, да? Нужно Мишку, панда. Они хаяют. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот машинный алфон. Это пешеходный? Да, пешеходный. Точно. Переход. Надо все, можно переходить. Там есть зебра на пути. Вот, пешеходный зебра, да? Переход. Можно зебра двигаться вперед. Называется так. Можно переходить дорогу. Куда? На железную дорогу припрыгали, да? Да. Ну-ка, прыгни на значок. Знак. Железнодорожный переезд. Не один знак, а много. Здесь железная дорога. Давай покажем. Дорога. Вот, бери ручку. Впереди, ты с ней лучше не шути. Где поезд нарисован? Вот. Вот поезд, да, едет через переезд. Опля. Отойдите с переезда, сейчас поезд поедет. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие непослушные Мишка с пандой. Все, убежали, да? Поезд большой, страшный. Он быстро ездит, да. Ту-ту-ту, так проедет быстро-быстро. Очень положу. Вот это скушай. Ту-ту-ту. Ту-ту. Мы все кнопочки понажимали или еще есть чего-нибудь у нас? Еще. Вот, милиция. Милицейская машина. Скрыться ему не позволит из вида. Жизнь у милиции очень сложна. Погонь и опасности она полна. А это что за машина? Это МЧС. Машина МЧС. Если в дом пришла, стой. Нельзя переходить там, где красный свет горит. А где красный горит? А, вот у нас красный. Нельзя переходить, Мишки, стойте. Должен быть какой? Зеленый. Зеленый свет. Свет зеленый приглашает. Всем идти он разрешает. Переходите дорожку. Они домой пошли? Нагулялись? Нет еще. Нет еще? Когда-то хосли. Когда-то еще хосли.
Мишки в школу пришли, да? Мишка, ходи. Знак, место, знак. Мишка, ходи. А Мишка на остановку пошел. Где автобус? Вот. Будет ждать автобуса, да? Чтобы домой его отвезли. Вот у этого. А этот в школе учится, да? Панда. А Мишка из Маши и Медведь захотел домой. Такси ему вызвали, может? Автобуса долго нет, да? Езжай, Мишка, на такси. Маша, дома. Да, езжай к Маше домой. Все. Приехал к Машке. И этого Мишка такси забрал. Школа, карточки. Доехал. Все, уроки кончились, да? Закончились. Панда поехал домой на такси. Утень.